Добрый день, мои зрители. Вот видите, вот такой вот случился катаклизм. А я тут взял пластиночку по традиции. С вами, как вы догадались, не буду уточнять кто, да, все знаете. И вот сорвался сегодня концерт. Хоть еще до него полтора часа, но как бы узнаем все, видите, из первых рук, какая бешеная погода. Может, из-за погоды он сорвался. Потому что, ну, правда, ураган. Может, и в Хабаровске нелетка, может, дорогу замело. Ну, в общем, вот сейчас покажу дым с трубы. Видите, погашенные огни в театре. Никого я как бы уже увидел, иду. Никаких автобусов, никакой подготовки. То есть, при этом, что все. Ну, постарались, несмотря на потери в руководстве, вот. Вылезали к приезду дорогих московских артистов площадочку, все как не везде в городе так красиво, как вот тут вот. Надо отдать должное, в этот раз мэрия удивила просто. То есть, ну, видно, что Высоцкий для Комсомольска и сегодня не пустой звук, но, к сожалению, вот так, короче, как там один блаженный делает, вот так вот, да. И в итоге я вот сейчас не знаю, чем заняться. Привет Красногорску. Как там звук у вас? В общем, в итоге я вынужден повернуть. Ну, мне идти-то недалеко, но как бы времени жалко. Уже я настроился, приоделся. Ну, видимо, из-за того, что я решил не бриться и не стричься, пока не кончится эта вот пурга сумасшедшая. Вот он оказался в некотором роде пророком в своем отечестве. О, какой заряд снежный. Ой, какая моя физиономия. Ну, сейчас закачаю. Тут я с утра пытаюсь одну проблему решить с нашими магазинами. Ну, собственно, проблема касаемо житейских вещей. И никак она вот не получается. Я охренею с наших продавцов вообще. С мужиков. Да, ладно. Не знаю, домой мы дал привет. Вот сейчас еще один разочарованный мужчина будет. А я пошел дальше. Никогда не купил, потому что не было хороших мест, были какие-то крайние. Хочется взять все-таки центр, снять что-то достойное. Ну вот в итоге. Сейчас зайду, спрошу еще. Собственно, я пошел, думаю, может, на лишний билетик или у кого-то где-то, или через служебный вход. Ну, как бы, вариантов существует масса, да, не будем все упоминать. За отдельно на Инстаграм в том числе, ну, как бы, увы. Вот такие вот новости из Комсомольска. Ну, забегу я в кассу, погреться, спрошу. А то вдруг и 17-го не приедут. Ай-яй-яй-яй-яй. И мы будем в глубокой культурной деградации, как всегда. Спасибо. О, а вы случайно не на Высоцкого вернули билеты? А не скажете, там середки есть места? Ну там нарисовано, я вот и пришел на лишь билетик. И наблюдаю горестную картину, потому что хороших билетов взять не удалось. Были только края какие-то ужасные. Ну, были, да, сейчас. А мне охота взять что-то... Вы хотите поближе, подальше? Ну, в центре я хочу. Главное, чтобы центр, неважно... Центр, ну, хотя бы 10-й, можно дальше, ну, чтобы снять что-то. Схема зала перед вами. Ну, я знаю прекрасно наш зал. Так. На 12-м ряду 5-е место есть. А чуть поближе к центру. На 3-м, 7-е, 17-е. Вот 17-е. Так, подождите, это балкон, я вам говорю. Балкон, да. Подождите. Ну вот видите, что не делается все к лучшему. А балкон там не первый ряд, да? Так, на 4-м ряду 16-е. Так. Место, серединочка по 2500. Ага. Один билет вам надо? Ну, один. Так, на 5-м 8-е по 2200. 11-е есть на 5-м по 2200. Так, вот 11-е на 5-м.
а там 17-е, да, на четвертом, да? Да. Так, а где-нибудь ряд 8-й, 10-й? Сейчас заходим. Так, на 8-м. По акустике мне удобнее, 8-й, 10-й. На 8-м 23-е место есть. О, вот давайте, 8-й, 23. 2-200. Все, благодарствую. Оплата на... Так, ваши 2-800, пожалуйста, сдача. Благодарю. И билетик на 17-е в 19:00. Вот такие вот дела. Кассадрам театр слушай. Вот он вторник и определился. Ну, что не делается, все к лучшему, посмотрим. На Певцова билеты есть?